Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда за белой стеной мы останемся с тобой. На пол 3 декабря 1959 года. Не так давно, 60 лет исполнялось ледокол, зиму атомного ледокольного флота. Построили этот ледокол в рекордно кратчайшие сроки, но первый в мире атом строился всей страной. Построили за 3 года и 3 месяца. Но задача перед ледоколом стояла — это проработка судов с народно-хозяйственными грузами в труднодоступные северные города России. Ваши коронные.